Замурчательная выставка работ клуба коллекционеров графики «Мартовские коты» открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. Она посвящена образу кошки в графическом искусстве 16-21 веков. В выставочном зале Щелковского историко-краеведческого музея представлена подборка кошачьих портретов разных эпох и стилей, начиная с гравюры 16 века Ганса Вейдица-младшего и заканчивая рисунками и гравюрами 2022 года. Это и литографии, и гравюры, и рисунки мягкими материалами и акварелью. Работы для выставки предоставлены клубом коллекционеров графики и 6 частных коллекций, а также работы, являющиеся собственностью авторов, и 2 гравюры из коллекции сотрудников музея. В 20 и 21 веках образ кошки для художника зачастую становится одним из символов внутренней свободы, ухода от жестокой повседневности. Для некоторых мастеров отечественного искусства изображение кошек – одна из важных тем творчества. Посетить выставку могут все любители пушистого и прекрасного до 4 апреля. Синий прекрасный атташ, я в традиции букетов, натюрмортов. И решили, что на августское время с нами будут скрашивать эти милые животные наши, домашние, изящные, своенравные, своевольные, но все равно дарящие нам домашний уют – это кошки.